ВМЗ-5298-01 – российский низкопольный троллейбус большой вместимости для внутригородских пассажирских перевозок, производившийся с 2000 по 2009 год на Вологодском механическом заводе. Низкий уровень пола позволяет увеличить среднюю скорость сообщения на маршруте до 30-50% за счет сокращения простоя на остановках. Троллейбус имеет цельнонесущий сварной кузов, обшитый стальным оцинкованным листом. Современный комплект тягового электрооборудования включает преобразователь на IGBT-транзисторах как с двигателем постоянного тока, так и с синхронным двигателем. Высоковольтное оборудование расположено на крыше троллейбуса. Все три двери троллейбуса двухстворчатые, передняя дверь с раздельным открыванием створок. Троллейбус имеет современный дизайн салона и его повышенную освещенность. Для оформления салона использованы самые современные негорючие отделочные материалы. Для отопления салона использованы электрические калориферы общей мощностью 9 кВт. Троллейбус имеет пневматическую подвеску и устройство для въезда и выезда инвалидных колясок. На основе этой модели разработан шарнирно-сочлененный троллейбус ВМЗ-62-151, о котором я рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Число мест для сидения в салоне 28, полная вместимость 100 человек. Длина троллейбуса 12 950 мм, ширина 2470 мм, высота по крыше 3370 мм. Троллейбусы ВМЗ-5298-01 можно встретить во многих городах России.